Всем привет, мои дорогие пользователи, подписчики моего канала и кто-то еще. Сегодня мы делаем Бейлис. Я переснимаю это видео, так как прошлое видео у нас чуть-чуть получилось с задержкой звука. Итак, на экране вы сейчас видите рецептичек напитка Бейлис. То есть вы можете дальше не смотреть видео и по рецепту все сделать сами. Для Бейлиса нам нужно очень хорошо сбить 2 желтка яиц. Зачем, я без понятия. Никто не может ответить на этот вопрос. Может, они добавляют вязкость в Бейлис или что-то еще. Но можно и без них. Я делал и так, и так. Далее мы вливаем 500 грамм сливок. Неважно каких, неважно какой жирности. Но я рекомендую от 10 до 20%. И это, опять же, все очень и очень хорошо перемешиваем для однородной массы. Потом мы берем 500 грамм сгущенки и все это хорошенько выдавливаем и особо тщательно до однородной массы вязкой, да, все это очень хорошо перемешиваем, как можно лучше. После этого мы добавляем 2 пакетика ванилина для вкуса и запаха, хотя можно и один, но я рекомендую все-таки 2. Потом мы хорошо запаренное кофе, неважно, холодное уже или горячее, просто хорошо запаренное через марлю, чтобы туда ничего не попало, и нам было его приятно пить. После этого добавляем чуть ли не главный ингредиент. Можно самогон, можно водку. Если водку, то от 250 мг вы практически ничего не почувствуете. Самогон чуть-чуть будете чувствовать. Но если вы любите, что напитки покрепче, любите вкус спиртного, то вы можете добавить больше. То есть тут на вкус и цвет. Вот и все. Все, что нужно для хорошего Бейлиса. Это займет всего 10 минут вашего времени. После чего его обязательно нужно перелить в банки или в бутылочки, поставить в холодильник, хорошо охладить. И там в холодильнике сохранять. И вы получите идеальный напиток, идеальный вкус во много раз дешевле. А с вами были товары с Поднебесной. Спасибо за просмотр видео. Буду благодарен за пальцы вверх, подпись на канал, лайки. Всем здоровечка, папа. И самое главное, не обижайте близких.